Anidub.com представляет. Просто о сложном. Психосоматика. Добрый день, я Рё, психолог. Я Асуна, медсестра. А я богиня. Это еще кто? Приветствую вас. Богиня цвета снизошла к вам. Стоп, какая еще богиня? Это не вписывается в рамки здравомыслия. Для нашего аниме не существует никаких рамок. И не шутит ведь. Правда, сестренка? Именно так, Асуна. Сестренка? Так она человек? Вы всерьез считали ее богиней? Да? Приятно познакомиться. Я Канго Саяси, старшая дочь в семье. Благодарю вас за заботу о моей сестре. Не ожидал такой вежливости. Ну что ты, сестренка? На самом деле это я о нем забочусь. Да уж, он и правда выглядит беспомощным. Подгузники ты ему тоже меняешь? Само собой, скоро опять придется. Большие волнения влекут большие наводнения. Что ж, сегодня мы проведем цветовой психологический тест. Цветовой тест? Это сексуальное домогательство! Будем считать, что цвет твоего белья есть любимый. Шутник! Так вы постоянно домогаетесь до моей сестры? Неужто ваши похотливые желания устремлены к юным непорочным девичьим телам? Нет, конечно! И это вам не порно-роман для старперов! В общем, выберите из представленных цветов наиболее понравившийся. А теперь я объясню их значение. Начнем с белого. Как думаете, почему в больницах, как правило, используют белые халаты? Лучше чисти зубы аккуратней! Ну что ты, Асуна, ответ же очевидный. Но слишком непристойный. Даже не ожидал подобного ответа. Белый цвет создает ощущение чистоты и свежести. Именно поэтому он преобладает в больницах. Но ведь игра в доктора так заводит. Говорю же, непристойно. Никак не успокоишься. Далее прямо противоположный белому черный. Люди, предпочитающие этот цвет, очень чувствительны и не любят находиться под влиянием других. Мне нравится черный. Так я и думал. Блестящий черный. Латекс. Ты что, пытаешься изменить жанр нашего аниме? Далее красный. Люди, которым нравится этот цвет, очень активны, но у них также может быть эмоциональная нестабильность с резкими перепадами настроения. Тебе ведь и красный нравится? Но ведь это и не скроешь. Я же такая молодая и активная. Сама себя пытаешься убедить! Также он обладает эффектом визуального увеличения. То есть красные вещи выглядят больше, чем они есть. Многие солдаты армии Такеда Сингена красили свое оружие в красный, чтобы вызвать страх у противника. Вот почему красное белье называют ночные доспехи армии Такеды. У тебя что, все мысли в одном направлении? Далее синий. Синий цвет предпочитают тихие и спокойные люди. Вежливые и внимательные к окружающим. Синий мой любимый! Прям в точности меня описали! Вам бы стоило поучиться мне вежливости, доктор! Я что-то не понял, она серьезно или троллит меня? Далее розовый. Предпочитающие этот цвет отличаются спокойствием, но могут быть склонны к различным зависимостям. Был проведен эксперимент. Когда агрессивного заключенного посадили в камеру с розовыми стенами, он стал спокойнее. А что, если бы его посадили в камеру, обклеенную розовыми листовками? Да он сексуальным маньяком бы стал! Есть и другие цвета. Фиолетовый говорит о высокомерии, например, но лучше я перейду к другой теме. Дело в том, что холодные цвета, как синий и голубой, и теплые цвета, как желтый и красный, изменяют чувство времени. Можно стать более чувствительным? Да угомонись ты, наконец! Холодные цвета, в отличие от теплых, замедляют восприятие времени. А что насчет теплого голубого цвета? Такой бы время остановил, если бы существовал! Поэтому, чтобы ожидание не было томительным, лучше выбирать место встречи с большим количеством холодных цветов вокруг. Так и день можно прождать. Тогда сам станешь холодным. Теплые же цвета, в частности красный, обычно используются в барах, чтобы повысить скорость товарооборота. Так значит, красное обе повысит скорость раскручивания? Каким интересным образом? Подводя итоги, можно сказать, что каждый цвет имеет значение. Например, синий хорош для успокоения, а красный для активной работы. Подобрав одежду определенных цветов, можно произвести желаемое впечатление. Надеюсь, вам пригодятся полученные сегодня знания. Перехватила инициативу под конец. С таким темпом, как у доктора Рё, мы бы не уложились по времени. Согласна. Чья, по-вашему, это вина? Если ваш темп упал, обращайтесь в больницу. Озвучили Гамлетка Цезаревна и девятый неизвестный. Перевод Апостол. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com.